Приветствую вас, дорогие друзья! С вами на связи Викана. Подписывайтесь на мой канал. Нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить ничего интересного. Сегодня хочу вам показать расклад «Кто я для него?». Прекрасно понятно, что чужая душа потемки. И когда люди говорят мне: «Я знаю его прекрасно, как свои пять пальцев, я знаю, что он мне скажет, я знаю, как он подумает, я уже изучила». Бесполезные истории, мои дорогие. Говорила и буду говорить не один раз. Мы даже сами себя никто не знаем, на что мы способны, что мы можем отчудить в последнюю минуту, как говорится, на свои мысли, на свои поступки. Потому что есть обстоятельства извне, которые на нас, конечно же, влияют на всех. И мысль человеческая, она переменчива. Вот, например, сегодня я делаю вот этот расклад, да, именно сейчас, как мужчина думает о вас, да. Он утром встанет, завтра у него могут быть совершенно другие мысли. Плюс встречи. Вы встретились, пообщались. И кто знает, какие все-таки вибрации останутся после этой встречи. Человек не монолит, и он не может думать только вот в одном направлении, постоянно мысли не меняются. Мысли, вибрации, погода, все меняется, ребята, все меняется. Поэтому давайте посмотрим, кто я для него. Кто хочет, подключайтесь к этому раскладу, присоединяйтесь со своим партнером. Кто не желает, просто посмотрите, как выглядит расклад. Расклад достаточно такой информативный, пускай маленький, но он информативный. У него будет всего 5 карт. Поэтому здесь можно посмотреть. Либо кому нужен такой расклад, обращайтесь, я вам его сделаю. Такой расклад, узнаете условия, все контакты у меня под видео есть. Пишите, звонить только не нужно, потому что я могу делать расклады, могу быть занята. Итак, кто я для него? Что эти отношения дают женщине? Его чувства. И его истинные все-таки намерения. Чувства чувствами, как говорится, а вот истинные намерения. Вот этот вопрос. Имеет ли вообще смысл продолжать эти отношения? Что-то неровно ложится, но мы сейчас положим ровно. И что вообще в принципе ждать от этого союза, от этих отношений, что от них можно ждать. Перспективы отношений на ближайшие. Давайте будем говорить. На ближайшую неделю давайте будем говорить. Не будем далеко заглядывать, потому что чем расклад меньше, тем, как говорится, и поле деятельности у него будет меньше. Открываем карты. Я не знаю, понадобится ли дополнительная информация. Иногда я достаю дополнительную информацию. Кто присоединился? Кто не успел? Нажимайте на паузу. Можете вернуться и присоединиться еще раз, кто не успевает. Итак, что эти отношения дают вам? Первая позиция. Его чувства к вам. Его истинные намерения, имеет ли смысл продолжать этот роман, чего вообще в принципе ждать, ну и роман, отношения, чего ждать от этого союза, от вашего, как говорится, от союза мужчины и женщины, и перспектива отношений на ближайшую неделю, давайте будем так говорить, на неделю. Ну, вы знаете, я вот уже сразу говорю этот расклад. Вот не хочу назвать себя негативщицей, честно говоря, но, как я называю, в основном очень много раскладов идут таких непозитивных. Почему? Потому что я не хочу вас пугать. Отношения у всех разные, ситуации у всех разные. По всей видимости, люди обленились, может быть, не хотят работать над отношением, да, либо отзеркаливают друг друга. Потому что за что мне это? Я всегда говорю, главный ваш виновник, нужно подойти к зеркалу, и вы его там увидите. Это и есть виновник отношений, как правило, так тоже бывает. Не всегда, ребята, но бывает. Отношения, что они дают? Переживания женщине дают. Переживает она, скучает она, ревнует она. Вот такие вибрации, очень такие душевные, очень глубокие, я вижу по этой карте. Но не особо-то они радостные, честно говоря. Вот такое чувство, что женщина находится просто в каком-то напряжении, постоянно на уровне своих переживаний. Его чувства. Чувства достаточно сомнительные. Почему? Потому что вот эта карта, туз мечей, в принципе, всегда показывает
отношения на разрубе, на разрыве. И думает он как бы, что может быть закончить, может быть продолжить. Под сомнением в отношении к вам. Чувство, вернее. Человек находится в великом сомнении, на грани, как говорится. Знаете, такой портал есть между прошлым и будущим. И вот мужчина находится на грани вот этого портала, на самой середине, между прошлым и будущим. Раздумывает мужчина, раздумывает, как поступить, что же ему дальше делать. И по всей видимости, есть что-то в этом. Женщины, как правило, переживают, почему еще у них интуиция очень хорошо развита. Особенно у королевы воды. У женщин воды. У женщин воды интуиция – это такая, знаете, я говорю, кружева внутри в душе. Они все прекрасно чувствуют, все понимают. Это хорошие экстрасенсы, как правило, из них получается. Они сканируют мужчин только в путь, извините. Поэтому, ну, здесь не обязательно женщина воды. Я просто говорю, потому что выпадает карта, женщина просто всем нутром чувствует, что что-то здесь не так в отношениях. Это может относиться к любой женщине. Это просто сейчас мы смотрим как не как персонаж, а смотрим как общую вибрацию этого расклада. Его истинные намерения. Сам ничего еще и не знает, что он хочет, как говорится. Пустая карта совершенно. Ничего не определился еще совершенно. Ну, мы видим уже по предыдущей карте, что человек между прошлым и будущим на портале находится. И здесь однозначно вам просто прямое подтверждение. Ничего пока еще не определился ни туда, ни сюда. У мужчин так бывает. Особенно у тех, которые надеются на судьбу. На судьбу. Так очень много бывает. Куда вынесет, как говорится, судьба, куда поведет судьба, так и будет. Очень многие мужчины, как говорится, заняты, очень много работают. У них общественные нагрузки, да, очень много. Кто-то бизнес ведет. И, как правило, такие мужчины тоже не особо-то занимаются отношениями, они надеются на судьбу. Как получится, так и получится. Особенно занятых мужчин касается, вот про что я говорю. Ну нет у них времени уделять какое-то внимание этим отношениям. У них просто вот в голове... Мужчины, они прагматики. Для них есть носки черного цвета, они будут черного цвета. Если женщина посмотрит на носки на какие-нибудь, да, например, это для сравнения, у нее будут там синеватым оттенком, с красноватым оттенком, с бежеватым оттенком, с золотистым оттенком. Мужчины, они прагматичны. У них как есть, так и есть, как говорится, да. Сентиментальности в этих отношениях совершенно не вижу. Далее, четвертая карта. Имеет ли смысл продолжать этот роман? Что ждать? Романтичности можете ждать. Ждать можно, да, продолжать его можно, этот роман. Собственно, почему не продолжать? Хотя бы уже в том смысле, что вам нужно напитать этот роман своей женской энергией. Мужчине не хватает. Вы внутри себя переживаете, что-то думаете, подозреваете, а ему не хватает пылу, жару, как говорится. От этого жара нужно продолжать. И вот видите, здесь туз кубков просто показывает, что нужно приложить усилия, чтобы огоньку прибавить в эти отношения. Не ждать, не переживать внутри, не закрываться. А нужно работать над отношениями обязательно. И нужно его продолжать. Иначе перспектива на ближайшую неделю Верховная Жрица. Ей-богу, вот когда я вижу эту Верховную Жрицу, эта дама очень мутная. Дама очень мутная. Видите, она плавает между двух колонн. Ни туда присоединиться, ни к одной колонне, ни к другой она не может. Это отношение на такой четкой интуиции, не на чувствах, не на интуиции, не на действиях. Люди интуитивно находятся друг рядом с другом. Интуитивно. Не включают рычаги осознанности. Получается, что один находится, вот мужчина, например, тоже на интуитивном уровне. Интуиция – это как раз мечевая масть и есть, это воздух, это ментальность. Это то, что витает в воздухе, но пока еще не может приземлиться. А женщина в глубине души пытается догадаться, что же происходит с мужчиной. Я, как правило, говорю, хотите знать, что думает мужчина, думайте как мужчина. Зайдите с той стороны, войдите в его положение мужчины, и вы поймете. Посмотрите, сколько он времени отдает работе, например. Да? Мужчины ведь они тоже стараются для того, чтобы обеспечить семью, обеспечить женщину, да. Обеспечить, потому что мужчина, он добытчик, он самец, он должен это делать. Помогите ему в чем-то, вот видите, эта карта показывает, помогите, вдохните огоньку мужчину, потому что мужчины часто думают, очень много работают, думают, не потяну я эту женщину, большие у нее запросы, чего-то она от меня хочет, а не говорит, чего она все-таки хочет. Поэтому вот эти вот пустая карта, карта сомнений, что же будет, как будет, ему уже все равно, потому что женщина внутри закрылась, она бездействует.
Она его рассматривает как экспонат в музее. И все. Вот просто вот такой совет. Вдохните огоньку. Иначе так и будет, извините, у него такая интуитивная карта. Вот это вот догадки. Его догадки, ваши догадки. Вот здесь очень красивая, хорошая карта. Она говорит о многом. Так что, дорогие друзья, вот такой вам расклад. Кто присоединился, посмотрел, может быть, узнал какие-то ответы на свои вопросы. Я буду делать еще много разных раскладов, достаточно познавательных, с которых можно получать такую достаточно хорошую информацию. Всего вам доброго, до связи. Все мои контакты под видео есть. До новых встреч!